Все, решил сделать кроличью клетку из простых поддонов. Значит, не использую пока что сетку. Взял вот для ножек бруски. Вообще у меня тут было два бруска. Где-то тут 50, наверное, ну, чуть потолще они. 50. Вот. Все, я просто два бруска распустил пополам. Все. Сбил, сколотил их. Вот просто досточками поддонными. Все. Рамку сколотил, каркас сделал. Дальше доски с поддонов тоненькие. Выбрал самый поддон с самыми тоненькими досками. Набил их на пол клетки. С зазорами. Тут уже... Так, примерно на глаз, чтобы нога не проваливалась, чтобы они ногами не застревали, и все, и хорошо. Вот такую вот клеточку, в общем, подготовил. Все, каркас готов, дно выстелил. Здесь я, скорее всего, сделаю откидную крышу, чтобы, мало ли, может быть, так сверху там подлазить к ним. Или, если же не буду делать, то... Ну, возьму, тут у меня есть такие брусочки от поддонов. Возьму вот так вот. Раз. И с другой стороны также. И все, и пущу крышу, будет так под скатом. Ну, оно так будет покрасивее, поинтереснее смотреться. Вот. А можно прямую, в принципе, делать. Ну, все же скат-то все равно надо. Хоть он у меня под навесом, клетки стоят, но все равно где-то снежок надует, весной подтаивать будет. Все равно нужно, чтобы крыша более-менее была. Все, здесь вот у меня уже будут две дверки, сделаю. Клетка широкая. Если простые кролики там, ну как простые, не великаны, калифорнийские, там вот, например, у меня советская шиншилла, то вполне сюда можно... 3-4 кролика поместить. Вот. Или молодняк сюда запустить. Единственное, что пока что по отверстиям в полу я сомневаюсь, что сюда молодняк запускать. Как-то немножко сомнительно. Конечно, у них будут лапки проваливаться. Но опять же, если они дуреть не будут, такие слишком активные не будут, по речкам будут двигаться, то нормально все будет. В общем, вот. Такая вот клеточка из поддонов.